Под Екатеринбургом в результате лобового столкновения двух машин трое человек оказались на больничной койке. 01.07.2014 года на 22-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень, новое направление, водитель автомобиля Citroёn, двигавшийся со стороны города Екатеринбург в сторону города Тюмени, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Honda. В результате столкновения пострадали три человека. Стоит отметить, что водитель французского каблучка, 25-летний молодой человек, сдавший на права 5 лет назад, совершал обгон вместе разрешенным для такого маневра, однако не успел его завершить. Уходя от удара, Берлинга сместился к встречной обочине, однако столкновение избежать не удалось. Затем последовал съезд в кювет и переворот. Судя по множеству каких-то свертков и коробочек, выпавших из каблучка, водитель Citroёna выполнял некие курьерские функции. Вместе с ним в машине находился 23-летний пассажир. Оба они получили черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга и ушибы. В Honda Stream пострадала сидевшая слева от водителя его 44-летняя супруга. У женщины медики диагностировали перелом голени и ребер. Все трое пострадавших были доставлены в Белоярскую ЦРБ.